Приветствую вас, друзья, на нашем канале Toys World. И сегодня у нас говорящие сказки «Бременские музыканты». Так, издательство «Профпресс». Послушаем. «Бременские музыканты». Жил-был осел, который стал к работе непригодным. Хозяин захотел от него избавиться, но осел решил уйти в Бремен, чтобы стать музыкантом. На дороге осел встретил собаку, предложил ей идти с ним, и пошли они дальше вместе. Вскоре повстречали кота, который сбежал из дома. Осел сказал: «Пойдем в Бремен, станем уличными музыкантами». Кот подумал и согласился. Встретили друзья по дороге петуха. Предложили и ему идти с ними. Все четверо отправились дальше. Вечером друзья увидели разбойничий дом и решили выгнать разбойников. Осел уперся ногами в подоконник, собака прыгнула на осла, кот на собаку, а петух коту на голову. Они громко закричали, и разбойники в ужасе разбежались по лесу. Бременские музыканты вошли внутрь, наелись и погасили огонь. Ночью один из разбойников забрался в дом. Кот как цапнет его, собака как укусит за ногу, осел как легнет его копытом, а петух закричал «Ку-ка-ре-ку!». Разбойник примчался к остальным и сказал: «В доме страшная ведьма. У дверей человек с ножом, на дворе чудовище с дубиной, и с ними судья. Он как крикнет: подавайте его сюда!» Разбойники убежали, а бременские музыканты остались жить в их доме. Вот такая вот книжечка. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не забудьте комментировать. До новых видео обзоров.